А теперь перенесемся на 90 лет назад. Осень 1929 года. Правление Центра Союза, высшего органа потребительской кооперации страны, постановило открыть Чебоксарский кооперативный техникум. В этом году коллектив отмечает юбилей. За это время техникум прекращал работу только в первые годы Великой Отечественной, когда многие студенты и преподаватели ушли на фронт, а учебный корпус отдали под эвакуированные предприятия. Уже в 43-м году техникум продолжил работу. Сейчас в учебном заведении готовят по таким направлениям, как экономика и финансы, юриспруденция, туризм, гостиничный сервис, повар, кондитер и другим. Глава Чувашии отметил, главная задача учебного заведения – выпускать специалистов, которые будут востребованы работодателями. И с ней техникум справляется. Впрочем, студентам Михаил Игнатьев пожелал не торопить события и насладиться студенческой жизнью. Обращаю внимание студентов, быстрее хочется с учебы на работу. Когда начнете работать, захочется обратно возвращаться на учебу, потому что самые лучшие, счастливые, прекрасные годы – это когда мы учимся. В общей сложности из стен Чебоксарского кооперативного техникума вышли более 30 тысяч специалистов.